аплодисменты. Дорогие друзья, с огромным удовольствием для приветственного слова я приглашаю на сцену директора муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детская школа искусств поселка Первомайский Оренбургского района Яну Александровну Васину. Уважаемые друзья, девочки, родители, гости этого замечательного, шикарнейшего мероприятия. Вот я сейчас смотрела на весь этот шикарнейший концерт и думала, какие же слова признательности, благодарности сказать не только этому замечательному, шикарному коллективу, полностью уже сложившемуся, сформировавшемуся, потому что это настоящие артисты уже, маленькие, но артисты. Но также еще и слова признательности и благодарности педагогическому коллективу. Потому что без наших замечательных преподавателей, конечно, бы такая красота не могла бы состояться. Поэтому огромное спасибо вам за ваш труд, за вашу работу. И, Андрей Николаевич, вы всегда куда-то прячется в этот момент. Вот, огромное вам спасибо. Девочки, теперь несколько слов для вас. Да, потому что мое знакомство с этим коллективом состоялось практически 4 года назад. И на протяжении этих 4 лет я наблюдаю, сначала это были маленькие девочки, потом чуть старше, чуть взрослее, еще взрослее. Сейчас посмотрите, это уже красотки, потрясающие девочки, которые радуют нас, радуют вас. Родители, да, своим замечательным творчеством. За эти 4 года произошло становление этого коллектива, и вот сегодня это не совсем именно для меня обычный концерт. Для вас это, да, для вас это подведение итогов этого года. Для меня это подведение успешного 7-летнего обучения этих 4 девочек. Не совсем в обычной форме, но сегодня состоялся выпускной экзамен у наших замечательных солистов ансамбля «Гуляйте». Я думаю, что все это обычно безумно рады, особенно девочки. Я думаю, что сегодняшнее выступление заслуживает максимальной оценки. Это даже не оценка 5 с плюсом. Это по десятибалльной системе 10 и куча-куча плюсов, потому что ну, выше оценок просто нет. Конечно же, становление юных солистов, да, юного этого коллектива не проходит без помощи замечательных наших родителей. Потому что когда-то родители привели своих маленьких девочек, да, как сейчас ансамбль «Красочки за ручки» и сказали: «Детка, давай попробуем здесь петь, давай попробуем здесь танцевать». И все трудности, которые были на пути, да, это преодоление себя, преодоление своих возможностей, это развитие, конечно же, благодаря нашим замечательным родителям. Я хочу сказать отдельное спасибо родителям за ваш вклад в ваших детей, в наших детей. Огромное спасибо, потому что без родителей, конечно же, мало что может получиться. Если родители заинтересованы, то тогда вырастают такие замечательные дети. К сожалению, бывают другие варианты, но сегодня не об этом. Огромное спасибо вам за ваш вклад в ваших детей, за ваш вклад в наших детей тоже. Сама волнуюсь немножко, как выясняется. Ну тогда поаплодируем. Зачитаю текст. Уважаемый Сергей Леонидович и Марина Павловна, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская школа искусств поселка Первомайский Оренбургского района в лице директора Васиной Яны Александровны выражает свою признательность и говорит огромное человеческое спасибо за ваше участие в воспитании Доброхотовой Татьяны Сергеевны.
девочки. Несомненно, именно родители являются трамплином в жизни для маленького человечка. Именно их ежедневный труд, терпение, ответственность, чуткость к потребностям и отзывчивость в любую его нужду становятся надежным стартом на пути к будущим успехам. Благодарим вас за творческий подход и активную жизненную позицию. От всей души желаем вам активного долголетия, семейного счастья и благополучия. Я хочу пригласить на сцену Эдуарда Владимировича и Анну Алексеевну и выразить признательность в воспитании замечательной Маргариты. Огромное вам спасибо! Андрею Николаевичу и Наталье Петровне за воспитание замечательной дочери Татьяны.